Всем привет, я Инга, рада, что ты заглянул на мой канал. И сегодня мы будем с вами хавать печенье хит. Ну, не то, что любимое, я вообще люблю печеньки с такими прослойками и клубничка. Также у нас тут не молоко шоколадное. Обожаю. Она еще такая хрустящая. Прикиньте, я вчера как-то в первый раз в жизни скрутила кран. Закрывая, он у меня прокрутился. И как назло, в этот момент я была не в теле, я не знаю, где я была. То есть я даже не осознавала, что я делаю. Блин, всегда ругаюсь себе за это. Блин. Просто вроде, да, где-то одним мизинчиком что-то ощущаю, да? Типа закрываю, такая сразу, а он не закрывается, еще сильнее льет. Я такая, что происходит? Что происходит? Страшно. Очень страшно. Мы не знаем, что это такое, блин. Немного неудобно. Еще у меня на днях кошара как-то разбила свою миску. Моя любимая. Не знаю, как она там подпрыгнула, там еще рядом гантель, гиря. Гиря огромная стоит, 16 килограмм, она как-то в нее отлетела, я вообще не поняла. Как такое возможно? Ну что такое? Тут и начинки так нормально. Я люблю Орео. Есть наподобие такой печенье, только она больше. Я не знаю, как она называется. Давно последний раз съела. Так это опасно было. Ништяковская. Такое печенье я покупала в, да, сколько оно стоит, я не знаю вообще. Помню, недорого.
Вкусный пипец. Валерия Наговицына. Привет огромный. Сколько всего было парней? Пять. Пять штук. Могу сказать, это немного. Наверное. Если все-таки ребенок будет, ты сделаешь аборт? Конечно. Я же не собираюсь рожать. Тут и как бы понятно, что я не буду рожать. Сразу аборт. Рожать, потому что залетело, типа, тупо. Тупо, блин. Поэтому это даже не обговаривается между мной и мной. Ни при каких раскладах нет. Блин. Если, кстати, будет беременна 16. Цел неделю ждала. Просто одна из любимых передач. Хорошо, что я его на пол не поставила. Все бы капало. Кстати, в беременность 16 не знаю почему, но я прям чувствую пропаганду. Типа рожайте. Типа я не против родов, но знаете, иногда лучше не портить жизнь детям себе. Ну не то, что портить, да, вот если ты не хочешь, зачем рожать? Я не понимаю. Минимум, знаете, есть там какая-то была в последнем сезоне, предпоследнем уже получается, Майя с Казахстана, по-моему, вот. Ей, мне кажется, вообще не стоило рожать. То, что там такое отношение было еще и... Знаете, после там кто-то снимал видосы, как сейчас там дела у них, скажем так. Сейчас чувствую опять. Чьи-то чувства я задела. Как всегда, ну, в принципе, блин. Ну, это жизнь. Суровая, жестокая. Офигенно. Почти хватило. Я надеюсь, вы кушаете вместе со мной. Спасибо вам большое за просмотр, за внимание. Всем счастливо и пока.